Хей, hey, с вами Шмаки, мы продолжаем пройти игру под названием Пещерные войны, и, как вы поняли, мы открыли портал с вами, да? А попали куда-то в немецкие, типа немецкие лагеря. Мы отвоевали линию фронта. Теперь Liberty Wings. Самолеты. Чувствую, я знаю, что будет. Так, а почему у меня только 3 хпшки? Чувствую, меня дурят. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ёх ты ж, ё-моё. Ёх ты ж, ё-моё. Готово. Чё ты штурмуешь меня сразу? Не знаю, не шарю, не шарю. Почему мне так мало сейвов? Я вижу, тут должно быть вообще куча сейвов. Тихо-тихо-тихо. Я сейчас сконцентрирован. Сконцентрирован. Пиздец. Сложно.
А вот это сложно. Так, пипец как сложно. Неужели? Почему мне так мало сейвов? Я же играю на легкой сложности. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. Фу, поехали. Почему мне так мало кусков? Перебосс, да? Нет, не босс. Я думал, уже босс будет. Накаркал. Серьезно? Шон Конг. Ну это понятно, что отсылочка на Кинг Конга. Thank you.
это довольно легкий босс. Очень легкий. То есть тут он меня не достает. Тут он меня достает. Опа, маленький шимпанзе выпал. Ну, ребят, как-то, в принципе, так. А, давайте... А ну-ка. Давайте поэтому на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.